Я еще раз хочу поприветствовать всех вас. Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости. Все те, кто сегодня нас смотрит в онлайн или же в прямом эфире. В первую очередь я хочу поблагодарить всех вас за эту возможность проводить такие праздники. Спасибо вам большое, что вы пришли, поддерживаете нас. Я очень люблю Хануку. По разным причинам. Одна из причин – это то, что она проходит в декабре месяце. Вы скажете, зачем? У меня день рождения. А так хорошо, когда она все попадает в Хануку. Знаете, это приятное чувство. И на самом деле это больше, чем Ханука. Есть надежда, в которую нужно верить. Всегда есть тот, кто даст помощь вовремя. И перед тем, как я приступлю к простому назиданию для Вани, для Йоханана, и перед тем, как мы проведем эту лотерею, я задержу вас всего лишь на 15-20 минут. Я хотел бы помолиться за те нужды, которые сегодня у нас есть. Вот когда корзинка, может, кто-то еще не положил. Нам нравится молиться за людей. Вы скажете, разве доктора наши не помогают, разве ситуации не решаются? Я скажу, что они решаются, но без воздействия свыше, без помощи свыше никакие вопросы не решаются здесь на земле. Это очень важно, Василий. Давайте. И особенно хотел помолиться за одного друга, который приехал к нам из Южной Кореи. Хотя он живет и работает в Америке, но он приехал к нам на Хануку уже здесь 2 недели, с нами празднуют. Его зовут Гидеон Ли. Он особенно приехал, чтобы община помолилась за его нужды. Вы скажете, зачем ездить из Кореи или из Америки сюда в Одессу, чтобы помолились за нужды? А вы знаете, интересно бы посмотреть, как Бог выйдет навстречу, если человек верит в то, что еврейская мессианская община может помолиться за нужды, которые долгое время не решались, и потом услышать, что Бог делает. Гидеона, где ты? Где пришел? Кто-то видит Гидеона, да? Нету его. Ой, бедный. Он просил меня так сильно, чтобы я помолился за него. Помолимся, да? В любом случае, мы просто опустим наши головы в знак согласия с Богом, что Он Всевышний и Всемогущий. Авинуша Башимам, Отец Небесный, благодарен Тебе за эту возможность помолиться за те нужды, какие бы они ни были. Кто бы их ни писал, от детей, которые малые, у них свои есть просьбы, прошения во времена праздников, до самых старших, которые нуждаются в здоровье, которые нуждаются в помощи. Для нас только Ты ответ. Мы надеемся на Тебя, благословенно имя Твое во веки. Аминь. Знаете, этот праздник, он особенный праздник. Я особенно хочу сделать наставление для Йоханана, для Вани в это время. Вы знаете, позвольте мне, знаете, поговорить о сущности. Тема моя очень простая. Жить так, как дар Божий. Жить так, как дар Богу. Нечто особенное в этих праздниках, в канун уходящего календарного года, мы всегда думаем о том, что происходило в этом году. Я не хочу вспоминать о том, что было, но наоборот. Хочу вспомнить о том, что мы готовимся к праздникам, особенно в рождественские праздники. Несмотря на то, что эти рождественские праздники, особенно такие, знаете, спорные праздники, когда он родился, где он родился, почему он родился. Давайте не задумываться над тем, что где он родился, но почему. В эти праздники мы готовим подарки, мы поздравляем родственникам, думаем о еде, мы думаем о самих себе. И неудивительно, потому что мы сотворены Богом, и всему, знаете, мы даем отчет времени особенно. Мы запрограммированы временем, хотя время – это гипотетическая такая амплитуда, или же, можно сказать, гипотетическое мышление. Времени фактически нету. Кто его придумал? Но если, несмотря на то, что время – это всего гипотеза, но мы все-таки смотрим на то, что наши тела не стареют.
Все вещи в этом мире, которые существуют, имеют тенденцию стареть. Самый большой враг для каждого из нас не то, что происходит на Востоке или в Сирии, или то, что происходит с экономикой. Самый большой враг для нас – это время. Мы рождаемся, мы просыпаемся, мы строим свои планы, мы заканчиваем школу, университет, женимся, мы стареем, растим наших детей. И этот страх, который у нас есть, это страх перед временем. Само время, оно диктует нам всегда, что происходит. Мы с вами понимаем, что нам не избежать определенных в жизни наших изменений. Мы понимаем, что время, оно не щадит никого и ничто. Поэтому для бар-мицвы, то есть для Вани и для всех нас, я хочу прежде всего сказать, время, оно дорого. Время, оно нас всегда изменяет. То, что мы берем за ответственность, как Ваня сегодня взял ответственность перед своими родителями, перед общиной, перед обществом, следовать путям Божьим и быть честным человеком перед Всевышним и нами, помогает нам понять, что в этом мире есть стандарты. Эти стандарты диктуют нам Писание. На рациональный вопрос, как же нам жить, можно сказать очень просто. Есть старое выражение, древнее выражение, которое говорит так. Наша жизнь – это дар Божий нам. Ваша жизнь и моя жизнь – это дар Божий нам. Но то, что мы с ней делаем, это тот дар, который мы приносим Богу. Я еще раз повторю. Дар Божий – это жизнь, которая дана нам. Но то, что мы с ней делаем, на самом деле – делает приношение Богу. И я говорю сегодня Ивану о том, что твоя жизнь – это дар тебе от Бога. Но то, что ты делаешь с ней – это дар Богу, как ты себя ведешь. У меня есть предложение для каждого из нас. И, конечно же, для бар-мицвы. Что если мы примем за привычку, возьмем в своей жизни такие стандарты, как быть благодарными Богу. Если вся наша жизнь – это дар от Бога, тогда нравственная позиция общества и нас всех, она очень проста. Благодарственная жизнь перед Богом. Все, что в нашей жизни происходит, смотреть на нее как через призму благодарения. Если мы примем эту привычку, тогда очень просто будет жить. Мы будем воспринимать жизненные обстоятельства не что иное, как некий проход через жизненный путь, приобретая опыт. Псалом 49, 23 стих говорит, кто приносит в жертву хвалу, в другом переводе говорится, кто становится благодарным Богу, тот чтит меня. Если мы будем благодарны за все, что мы делаем, или что происходит в нашей жизни, тогда мы чтим Бога. Вы спросите меня, зачем жить так, как будто мы сумасшедшие люди? Знаете, вот когда встречаешь людей, у них постоянно улыбка, и они спрашивают, как дела? Говорят, всегда хорошо. То есть, или говорят, не дождетесь, да, вот как очень часто любят говорить в Одессе. Почему? Вот зачем жить так, как будто ты сумасшедший? Ведь в жизни бывают разные дни, бывают и трудности, и переживания. Как жить с тем, что иногда очень плохо? Знаете, вы правы в том, что жизнь на этой земле, она несправедлива. Особенно жить в нынешнее время. Может быть, да, жить на Украине очень сложно, и нет в этом как большой радости. Но скажу так, я не говорю о нашем пребывание на месте или как бы местном пребывании, где мы находимся геологически. Я говорю о том, как мы проживем эту жизнь. Как смотреть на жизнь немножко другими глазами, когда выбор остается за нами. Ведь мы люди, которые делаем выбор. Выбор за тем, кто мы и что мы делаем. Вот почему я говорю о том, что необходимо сделать выбор между
благодарным состоянием сердца и жить как благодарная открытка Богу. Когда-нибудь вы посылали письма, например, в горисполком или же в те сферы нашей жизни городской, где вы просто говорили «спасибо вам за то, что вы позаботились о нашем тепле и о наших детях». Делали вы открытку учителям, когда вы говорили им «спасибо, что вы учите наших детей». На самом деле, вот такой открыткой хочет Бог, чтобы мы были для этого мира и для Него. В молитвенной жизни практикующихся иудеев тегелим или же псалмы занимают одно из важнейших мест, и по этой причине их благодарственное сердце пред Богом настолько открыто, что вся жизнь становится, наверное, таким благодарственным состоянием. Вот в самих псалмах царь Давид выражает свое благодарное сердце перед Богом. Как это может выглядеть? Я думаю, что очень часто мы, как дети, пытались угодить своим родителям, либо маме, либо папе. Особенно для ребят это как важно, когда папа видит в его поступках, в его действиях такие отличительные черты, которые называются мужество. Да? И вот состояние, когда молодой парень или же подросток чувствует себя, что он мог угодить отцу, это, наверное, чувство, которое переполняет наши ожидания. Чувство, когда ты свободен, когда твои родители горды тем, что ты чего добился, как ты живешь, куда ты вообще стремишься. Лично я понимаю так, если Бог отцов наших был бы злым, мстительным, жадным и ужасным, тогда не было бы причины его благодарить. Понимаете, о чем я говорю, да? Наш праотец Авраам, он поверил Богу, что он добр, он желает счастья человеку, он желает милости для человека. Он поверил ему, и это вменилось ему в праведность. Первое, почему я хочу жить свою жизнь так, как благодарственное письмо, это потому, что Бог мой, Он Бог, который есть, существует. Он не мертвый Бог. Он не Бог идолов, или же, который не отвечает. Он Бог, который выходит навстречу. Если бы наш Бог не заботился о нас, не защищал нас, не участвовал в формировании нашей жизни, если бы Он не был постоянен, если бы Он не выходил нам навстречу, если бы Он был бы злым, жестоким, если бы Он был слаб, если бы не мог исправить проблемы в наших жизнях, тогда у нас не было бы причины быть благодарными. Понимаете, о чем я говорю? Если наш Бог, Он Бог, о котором говорит Тора, тогда здесь места Писания, которые говорят о Нем. Псалом 144, 3 стих, говорит такие слова. «Велик Господь и достославен, и величие Его неследимо». Велик Бог. А если Он велик, если Он достославен, тот, кто сотворил все, и видимое, и невидимое, тогда он способен изменить мои ситуации, в которые я попал. Это может сознательно, или же обстоятельства, в которых я не имел никакого отношения. Бог способен изменить все обстоятельства моей жизни. Псалом 97, 12 стих говорит, «Радуйтесь, праведные, о Господе, славьте память святыни Его». Псалом 106, 8 стих говорит, «Да славят Господа за милость Его, за чудеса и за чудные дела Его». Псалом 7, 18 стих говорит, «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Эти слова, которые выражает псалмопевец, он говорит о благодарном состоянии. В канун праздников, когда мы думаем о том, что будет происходить, или то, что происходит, нам необходимо принять жизнь как благодарственный почерк для существования. Смотря на эти и другие места Писания, особенно на стихи
псалмов Давида, я могу сказать, что Бог отцов наших, Бог Авраама и Ицхака и Якова, Он справедлив, Он святой и праведный. Бог, который создал нас, и Он есть любовь. Он есть любовь, Бог есть любовь, без которой бы мы не узнали бы, что такое любить, что такое страдать, что такое помогать. Мы бы были бы абсолютно индифферентны ко всему, что происходило, если бы не Бог. Но если Бог есть любовь, Он нам даст понять, что, кого уважать, почитать и ценить. Все эти качества, которые Бог дал нам, людям, для наслаждения в жизни, подчеркивает наше состояние. Мы будем благодарны. И если нам кажется, что от жизни мало пользы, нужно вспомнить, что наш Бог не хочет смерти грешнику. Он не хочет смерти тем людям, которые делают зло, но хочет помочь им видеть других людей измененных. Да, Бог нас любит. Любит и тогда, когда мы злимся на себя, на всех остальных. По этой причине Он дал нам путь. Путь осмысления. Путь жизни. И этот путь называется Голгофа. На Голгофу пошел наш Господь Ишуа, Мессия. Он через Него, Бога, Бог через Него дал нам понять, что есть выход в этой жизни. Псалом 146, 1 стих говорит, «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». В канун, опять я говорю, в канун рождественских праздников, давайте вспомним с благодарностью не само рождение Мессии, хотя оно весьма оспариваемое многими людьми, но то, что Он обещал, то, что Бог обещал в лице Ишуа для всего человечества, оно исполнилось. Это обещание свободы, обещание усыновления, обещание прощения. Ишуа есть тот путь к жизни, в котором мы находим отраду, в котором мы находим успокоение, и только через Него мы можем принести Богу жизнь, которая полна радости. Вы скажете, но в жизни бывают разные ситуации. Конечно, и я с вами не спорю. Но Писание говорит такие слова. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова, они остаются жизненными для каждого из нас. Для Бога нет больше радости, когда грешник или же человек, который ходит путями беззакония, приходит на путь праведности. И Луки, в Евангелии от Луки пишется такие слова. «Сказываю вам, что так на небесах бывает более радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющие покаяния». Эти слова я говорю сегодня для бар-мицвы и для каждого из нас. Я вдохновляю посмотреть на жизнь немного иначе, чем предлагают нам наши обстоятельства. Ведь только Бог может их изменить. Если вы решили изменить свою жизнь, свои обстоятельства, свое мировоззрение, если вы хотите обратиться к Богу за помощью, знайте, Он всегда хочет нам помочь. И я хочу говорю для Вани и для каждого из нас. Если ты своим краеугольным камнем поставишь Слово Божие, Тору, для своей жизни, будешь следовать указаниям и Священного Писания. Это Священное Писание научит тебя, как жить. И жизнь, которую ты будешь жить, всегда даст тебе отраду и спасение, благословение и счастье. На этом месте, перед тем, как мы продолжим дальше, я бы хотел обратиться как к каждому из нас. В канун этих праздников, что более всего нам хочется? Мира на Востоке, спокойствие в нашей экономике, политике. Что больше всего хочется в канун этих праздников, перед тем, как через буквально 10 дней закончить этот год? Год, который для многих из нас был трудным. Год, который настанет, мы не знаем, какой он будет. Что бы нам хотелось? Наверное,
больше всего хотелось бы быть оптимистом. Если оптимист, значит смотреть на жизнь другими глазами. Без влияния свыше изменений невозможно пережить. Если так, тогда для нас стоит только всего лишь сделать прошение. Опустив наши головы, сказать простые слова. Сказать, обратиться к Всевышнему, потому что наша жизнь, жизнь, которую читают люди, радостная и благоухание для Бога. Мы говорим простые слова. Вы можете повторить эту молитву со мной. И сказать, Отче наш, Авину Шебашамаем, я принимаю жертву Иешуа как дар для меня. Я хочу жить так, чтобы не было стыдно смотреть твои глаза в день судный. Помоги мне жить жизнью благодарения и верить в твое присутствие в моей жизни. Может быть, это очень коротко. Но когда мы обращаемся к Богу, которого мы не видим, а Бога никто никогда не видел, Писание говорит, но мы Его переживаем, мы реально переживаем Его в наших детях, в наших обстоятельствах. И я призываю вас простым вещам в эти праздничные дни надежды сказать, я хочу жить так, как будто я, знаете, вот принес моему папе удовлетворение в том, что у него хороший сын. Что как я поступаю, как я делаю, куда я иду, как воспитываю свою семью, как я работаю, приносит чувство, что мой отец, если бы он был бы жив, а у тех, которых они живы, да, сказал бы, сынок, я тобой горжусь. Вот таким бы я хотел бы тебя видеть. Если эта мысль у нас есть о том, что наш Отец Небесный, который сотворил нас по образу, подобию своему, ждет такого слова, тогда мы можем жить нашу жизнь благодарением. Вся наша жизнь как письмо благодарственное перед Богом. Несмотря на то, что мы делали. И то, что мы сделаем в будущем. Жить благодарствием. Пускай Бог благословит вас. И знаете, для меня будет радостно, чтобы сегодня те, кто пришли сюда, получили подарки, которые у нас вот здесь есть. Это подарки, наше просто желание, чтобы у вас получился праздник. И я уверен, что Бог усмотрел тех, кому эти подарки обязательно достанутся. Обязательно. И если Гедеон здесь есть, надеюсь, он есть, чтобы Бог благословил его, его нужду, которую он представил перед общиной, чтобы Бог вышел ему навстречу. Аминь.